все даже легче, чем я надеялся. Капитан готов помочь, топливо действительно есть и недалеко, на Underground Submarine Base, Абвесли. Единственная проблема — радиация в этом подземелье, как в Новосибирске. Ничего страшного, надо просто Бэрроу пару защитных костюмов со склада местного пожарного депо. Nice. Давно пора вас перебить. Полезная вещь. Тук-тук! Thank you.
чертовой твари! А, это кстати. Good stuff. Сгодится. Thank you.
И все, что нужно было, дальше друг друга держаться. Вот просто семье своей не подсирать. Так нет же! Ему нужно было! Нужно! Козел! Предатель! Брат, а ты кто? Тебя этот прислал, да? Брат мой, так называемый. По-мирному не получилось, так он киллера прислал. Я не киллер. Да? Ну, извини. Я что-то нервный стал. Это из-за брата моего. От него всего можно ожидать. Это я из-за него на помойке этой прячусь. В шее переростков жру. Молчать, тварь поганая! На жаркое не терпится! Фу! Такая же дрянь мразотная, как брат мой. Он автосалон мой отжать хочет. Мою долю, в смысле. Автосалон? Автодом право руля братьев Кувшинова. Не слыхал? Не здешний, что ли? Нас тут все знают. Мы японцев с пробегом продавали. Лучшие качества. С нуля бизнес построили, вопреки всему. И только поднялись, этот козел меня кинуть решил. Прихожу с утра, а охрана уже новая, меня не пускает. Было ваше, стало наше. Брат называется. Правильно мне Анжелка, бухгалтерша наша, говорила. Нельзя было ему доверять. Вот все и рухнуло из-за него. Но война... Да насрать на войну! Меня брат родной кинул, понимаешь? Но у меня план есть. Надо в автосалон пробраться. И с сейфа документы забрать, и мне принести. Тогда я ему покажу. Да. Ты не подумай, я его нищим не оставлю. Брат все-таки. Я не он. Но зубы им ядовитые вырву. Поможешь мне, а? Нужно у этого гада, брата моего, его часть кода от сейфа узнать. Мы каждый только половину знали, чтобы показать, что все наше общее. Понтовались так. Дураком я был. Код целиком только Анжелка знала. Узнай его половину кода, открой сейф и мне документы принеси. Поможешь? Да. Смотри, моя половина кода. 1, 2, 3, 4. Чего? А, неважно. Давай, мужик, я тебя тут ждать буду. Вместе мы ему покажем. Пока. Теперь посмотрим. Теперь салон. Только мой. Чтобы он понял, что бывает, если родного брата кидать. Да. Тоже мне брат называется. Thank you.
Силтон. Сейчас претензии выкатят. Что не так-то? Все так. Мы с мужиками к тебе пригляделись. Ты парень с головой, толковый. Нам такие нужны. Только ты у нас недавно, много еще не знаешь. Вот решили с тобой поговорить. Чистую тему подкинуть на поду. Подумать это можно. И что за тема? Вот смотри, есть код. Главное. Что он за человек, ты думаю, понял его. А еще есть Клим. Ты с ним дело даже больше имел. Тоже понимаешь, что за человек. С любым из них ссорятся, врагу не пожелают. Они своих врагов не просто закапывают, а так, что те в процессе долго-долго вспоминают и мамку свою, и батю, и бабушку прошу. Да, хорошо, что мы на их стороне. Это верно. Только у ребят, бывает, вопрос возникает. Вот пока эти двое заодно, все хорошо. А что будет, когда они не поделят чего? Наше дело маленькое, конечно. Но который победит, он же верняк всех, кто не за него, во враги запишет. Вот им тогда не позавидуешь, да. В общем, сам понимаешь, таким как мы, главное, на правильной стороне оказаться. А какая правильная? Да кто ж тебе скажет? Это все так. Фантазия. Но если на то пошло, я думаю, кто с головой толковый, тот приглядится. Да и сам поймет, куда ветер дует и за кого надо быть, если что. Понял тебя. Спасибо. В самом деле тема, чтоб подумать. Ты, блин, кто? Сэм! С Томом работаю! А, точно, я тебя видел! А, это ты, американ второй наш! Говорили, что ты где-то рядом! Ну, ты подходи! Покажем, что тут как! Мы же разведчики все-таки! Так, первое, что учти, тут неподалеку крылан бродит. Мы его не видели, слышали только. Судя по звукам, здоровый падла. И злой как черт. Подранок, похоже. Понял. Учту. Дальше. Тебе куда нужно-то? Пожарная часть. Ее отсюда видно. Красное здание с башней. Метров 500 по прямой. Ага. Только по прямой не получится. Вроде близко. А так просто не добраться. Да, в руинах по прямой не ходят. Смотри, вот этот, недострой довоенный. Тебе через него идти нужно. На верхние болота, где твоя пожарка стоит. Другой дороги нет сейчас, только так. Только сейчас там банда одна обосновалась. Они раньше с работорговлей гешефт имели. А сейчас новая мода пошла. Уродов сутулых ловят, представляешь? Кому эта дрянь понадобилась? Мы с ними на ножах давненько уже. Да и вообще, чужих они не любят. Будь уверен, как тебя увидят, сразу палить начнут, без предупреждений. Так что постарайся, чтобы не увидели. Понял. Спасибо. Что еще у нас тут интересного? Ага. Вот сюда еще глянь. Вон там, на островке, здание двухэтажное такое, с башенкой. Мусарня до войны была. Там теперь другие козлы засели. Полные беспредельщики. Сейчас сутулых ловят, как остальные. В наших краях это теперь первейший бизнес. Да, перевалочный пункт там у них, кажись. И склад. Барахло интересное, небось, есть. А на этом островке, говорят, где-то есть тайник старый.
Пару лет назад явилась сюда бригада такая. Борзоты и отморозки. Но дело знали, не поспоришь. На счетчик ставили банды втрое больше ихней. А если кто залупался, ночью приходили и всех под корень. Подготовка у гадов была спецназ. Ну и барахло, как в кино. Броники, пушки, ночное видение у каждого. Короче, шуму наделали. Людей всего ничего, а здоровый кусок руин под себя подмяли. Ну, тут другие бригады прикинули, к чему идет, и сообща козлов покрошили. Тайники только и остались их знаком помеченные. Череп в ПНВшке. Если такое увидишь, обращай внимание. Зачем? Наверняка все уже растащили. Не скажи. Этим типчикам понты реально дороже денег были. У них что ни тайник, то загадка. Мол, избранные поймут, а быдло типа нас пролетает. Мужики пару раз тайные кнопки находили, чтобы там открыть. Но это случайно. В чем принцип, так и не поняли. Может, тебе повезет. Американ ситуацию и опа. Интересно. Ты за уродов не сказал. А, ну и да. На острове, где тайник, осторожнее будь. Сутулые там здоровые плодятся. Не знаю, чего так, да и не суть. Но такие крепкие твари в цене. Так что ловцы это логово не зачищают. Одного-двух сутулых отловят иногда, а остальные на развод остаются. Ясно. В общем, вот так тут все. Сказано в твое дело не вмешиваться, но если что, оказывать содействие. Что знаем, показали, так что содействие оказано. Thanks, guys. Удачи! Бывай! Thank you.
докладывает, что к нам опять идет буря. Ищи укрытие. Понял, Том. Учту. Удачи, Сэм. Конец связи. Ага, пригодится. Пригодится. Вот это мне точно пригодится. Без второй половины кода не открыть. Open Sesame!
пойдет в дело. I could use this. Great find. Отличная находка. Not bad. Напрягай, хоть штюки на него грузи. Если идешь, а тут засада какая, ты ему бац, а он и рад, поскакал воевать. Который побольше тех бойцовские ямы покупает. Зернова крутить могут, дешевле выходит, чем горючку жечь. Бывает еще как охранников ставят на это баловство, для тех, кто жиру бесится. Сутулый он жрет побольше собаки, а тупее ее раз в три. Чё там? Ну да, и собака, она же это, друг человека, о. А эту хрень возле себя держать. Да не, привыкаешь. Главное кормить вовремя. Он если голодный, то как не дрессируй, а посматривать на тебя начинает. С интересом, понял? Сука тут на! Пацана завалили, суки! Лавина! Вот он шикара!
тебе покажу, папа.
Хорошо горят. Как мы? Вот падла, мля! Yeah.
Вот это да! Nice. Пацаны, в окне, сучара!
somebody home. Ну, падла, получай! Полегчало уже. Yeah.
смерть! Это! Короче, ты понял, убивать мы тебя так и так будем! Но ты лучше открывай! Да! Ты это, в ловушке! Либо мы тебя пристрелим, либо от голода там подыхать будешь! А это долго! Эд, Сэм Коллан, костюмы у меня. Отлично, Сэм. Встречаемся у штаба флота. Как понял? Все окей. У штаба флота конец связи.